Ну вот и начинается очередной этап переработки отходов. В данном случае сейчас я буду рубить топинамбур, которого у меня очень много. Так как он у меня в конструкции изменения, теперь у меня стоит здесь трехфазный мотор, то соответственно для его питания я применяю вот такой простенький частотный преобразователь. Стоит он у меня на частоте 50 Гц. Это как раз оптимальная частота для того, чтобы у меня ножи вращались и мощности мотора 1,5-киловаттного хватало. 1,5 киловатта, 1500 оборотов мотор. С неким коэффициентом увеличения здесь, соответственно, будет где-то так на глаз пару тысяч оборотов на ноже. Должен работать хорошо. Пробуем.